Дорожный экзамен сдан на отлично. Такую оценку рабочим в Прикубанском округе поставили местные жители. 3 месяца они следили за реконструкцией проезда Репина. В начале осени на участке дороги от улицы Репина до шоссе Нефтяников закончили замену асфальта, нанесли свежую разметку. Там появились дополнительные зебры. Установили отбойники и благоустроили пешеходные зоны. Стало получше, конечно, стало аккуратнее, легче с коляской проходить с ребенком. Дороги гладче стали, значит, лучше стало, соответственно. Просто что долго, как бы, ну, надо потерпеть. Конечно, ровно и удобно, конечно, были, которые дыры. Они, конечно, сейчас настало лучше. Хорошо, здесь работа, отлично, ямок вообще нету. И пробок меньше стало, кстати. Гораздо лучше, безусловно, лучше. То есть, идеально, я бы сказал. Потому что до этого было вообще ужасно. Тут яма на яме были. Ну, вообще, дороги получше стали. Проезд Репина – одна из полусотни дорог, которые вошли в проект Минтранса. Безопасные и качественные дороги. Большинство из них уже отремонтированы и теперь доставляют водителям только положительные эмоции.